Также по решению президента уже с нового года для бизнеса появится единый счет, который буквально перевернет привычное представление об уплате налогов. Процесс должен стать намного проще и удобнее. Единый налоговый счет будет введен для всех предпринимателей и организаций. Со следующего года они смогут платить все налоги одним платежом. Организации, предпринимателю, физическому лицу достаточно будет внести средства на единый счет, указав всего лишь два реквизита – это свой НН и сумму платежа. Далее денежные средства со счета автоматически будут распределяться в уплату налоговых обязательств. Нововведение исключит одновременно задолженности и переплату по разным видам налогов. Помимо сокращения платежей и реквизитов, единый счет также имеет такие преимущества, как один срок уплаты в месяц, одно сальдо в целом по счету, один день для снятия блокировки.